Значит, вспоминаем теплую простынь. Раскрываем, начинаем с поясницы, чтобы сразу что-то почувствовал. Что мы не где-то там по комнате ходим, да, вот все-таки приближены к нему. Раскрываем вдвое. Ну, так ее, видишь, не хватает. Тогда это вдвое квадратиком, да? Но теперь вдвое, но в длину. Тут захватываем складку изнутри. Один раз расправили, один взмах. И сразу накрыли, вот видишь, четко голова, стопы. Прогрели его. Если мы используем просто подогретую, да, если не используем, то в принципе нужно пропустить этот момент. Ну, в общем, по центру самых основных зон. Прижали, как бы передавая тепло по пяткам, по пальцам. Особенно у многих девушек вегетососудистая дистония, пальцы ног, стопы холодные бывают. Поэтому вот обязательно здесь прогрели и закинули вот так вот конвертиком. Обнажили рабочую зону. Ну, это я немножко из-за камеры показываю. С правой стороны будем работать, да, работать с противоположной стороной. Но на самом деле начинать надо с левой. Просто чтобы перед камерой как бы было. Так, значит, нам надо эту руку убрать вверх, голову ко мне повернуть, да, с этой стороны вот все раскрыть свободно. Рука может висеть, может лежать. Ну и самое первое, устанавливаем так называемый раппорт. Слово в психологии, ну как бы доверительные отношения, да. С, не с человеком, а с подсознанием. Вот мы его раскачиваем, заодно там проверим, там, где какие-то блоки могут быть. Это все делается достаточно быстро. Спросили, что беспокоит, на что обратить внимание. Чего-нибудь скажешь? Ну, поясница. Допустим, поясница, да? Значит, начинаем с поясницы. Ну, первое вот между ямочками. L5S1, базис наш, да? Прижали. Не больно, да? Нет. Передавили, не больно. Ориентир примерно между ассистами. Это вот ассист отростки. Ну, чтобы вот сразу просто упомянул, что мы позвоночник нащупать не можем. Позвонки они глубоко. Это отростки. Щупаем отростки. А вот они сзади идут, да? Они идут примерно на два пальца вот друг через друга. Поэтому ориентировочно мы вот передавили здесь, где-то два пальца в расстояние отступили. Передавили здесь. Ну, докуда больно идет. Если не идет там больно. Между отростками. Да, между отростками. На самом деле не особо важно, где. Угу. Да. Попали на отросток тоже не страшно. Лучше между отростками, да. А почему между отростками? Потому что вот грыжа, видишь, красненькая. Да. Если мы сдавим вот сюда, то получается два позвонка сходятся. И они как бы усиливают вот это давление. Mm-hmm. Если на один давим, то он просто ниже опускается. Ну, в принципе, он больше фасеточные суставы, вот эти вот боковые, задействуют. Mm-hmm. На фасеточные суставы мы можем отдельно. Ну, если боль какая-то есть, спрашиваем, влево-вправо. Если влево, да, раз побольше сюда надавили. Mm-hmm. Есть. Чтобы удостовериться, что грыжи нету, например, или вот нету артрита вот этих суставов, то отводим ногу прямую вот так вот. Прямой сделай, в воздухе держи и как бы прижимаем ее вот этот сустав, потом вот КПС, это крестцово-подвздошный сустав, можно придавить с этой стороны, может вот там артроз какой-то. Ну если боли нет, значит ничего нету, может человека поздравить, что у него грыжи нету. Кто-то там в МРТ написал, что грыжа, но ее как таковой особо она его не беспокоит. По поводу грыж. Не знаю, зайду вперед, наверное, немножко. Бум такой по поводу грыжи, надо оперироваться и все прочее, начался тогда, когда появился МРТ. До этого никто про грыжи особо не знал и ничего с ними не делал. А тут сразу, о, у тебя там 12 грыж, когда один пришел, аж 12 нашли грыж. Но это невероятно, это, я не знаю, как это, весь позвоночник, короче. Наверное, они что-то другое имели в виду, написали, что там
протрузию назвали грыжа, да, или какие-то осколки. Что такое грыжа? Это процесс старения позвоночника, остеохондроз тот же самый, да, когда вот эти хрящи, они распадаются, расщепляются, там, да, и одни кусочки такие откалываются. Вот они, это и есть грыжа, по сути, да. Вот, но этот кусочек, он там плавает. Дело в том, что все сосуды, они в своем кожухе находятся. Все нервные окончания, они тоже там в пленочке всяко находятся. Эти суставы, они в суставной сумке находятся. То есть вот этот осколок, он просто так никуда не проникнет. Поэтому вот это все, этот бум такой, он немножко такой эфемерный. Ну, да. Мифический. Преувеличенный. Преувеличенный, да. Так, ну, если, допустим, влево идет, да, то проверили, соответственно, вот тут уголок находим. Прям такой, как бы остренький такой будет. Угу. Вот отсюда цепляется, соответственно, большая ягодичная мышца. Ну, если ниже не болит, можно щупать. Вот примерно три пальца отступаем. Средняя ягодичная мышца, она таким валиком. Малая ягодичная мышца. Грушевидная мышца. Вот так, соответственно. Прежде всего, середину. Если болит середина, да, то, соответственно, нужно место крепления здесь уже просмотреть. И место крепления здесь. Все мышцы расположены вот от это называется верцел, да, они расположены вот верно. Вот как раз смотри, большая, средняя, малая. Там рука прям совпадает, грушевидная. Вот прям по вот этим точкам продавили, просмотрели. Ну, условно здесь, как минимум две точки, да. Здесь вот по центру, то есть все по оси вот прям идет, по центральной, да? Здесь по центру, больно, не больно, ну, значит, дальше, если не больно, дальше не идем. От центра отступили два пальца примерно, от складки где-то три пальца, да? И два пальца вбок. И вот тут косточка идет. Угу. Вот это прям нащупывается. Прямо нащупывается, вот. Угу. Это малоберцовая кость. Вот она сбоку идет. То есть их там... Две, вот большая берцовая по центру, да, и это сбоку, да, сюда середина организма, а сюда бок, да, вот она сбоку крепится. И мы как бы мышцу прижимаем к ней, то есть через мышцу нерв прижимаем, вот, и как раз вот чувствуется. Чувствуется, да? Ну, конечно, чувствуется. Такой болевой эффект. Вот, но если нормально человек чувствует, значит, она не воспаливается, ну, как бы, триггерная, как сказать. Биологически активные точки, они тоже совпадают с нервами, то есть, ну, просто от нажатия, да? А так бы он кричал. Ну, соответственно, нерв пошел сюда. Минимум там 2-3 точки прощупали, нормально, да? Не болит. Под большим пальцем прощупали. Вот здесь, соответственно. Не беспокоит. Ну и хорошо. Значит, будем работать по большей части здесь и вот с ягодицей. На ноги уже тогда не будем обращать внимания. Так. И приступаем к сету номер один. Это был все сет номер ноль, такой подготовительный.